Не, ну та девочка, конечно, вообще такая нахальная. Это какая? Ну, которая тебя этой ночью за хвост дернула? А, ну это да, конечно. У нее еще какая-то лучшая подружка есть. Как она дружит с такой нахалкой? Да без понятия. Ладно, главное нам с ней не водиться. Итак, внимание! Третий и второй отряд. Вы сегодня пойдете в поход в лес. Пусть туда занимает 5 часов. Вы будете ходить туда с перерывами, ну то есть с привалами. Поэтому берите побольше еды, полотенца, покрывала, одеяло, все, что нужно. Много вещей не набирайте, так как вам их самим нести. И выдвинись вы в путь обратно к нам в лагерь где-то завтра на рассвете. А первые и четвертые отряды сегодня будут рисовать плакаты на тему «Берегите природу». Вопросов нет? Нет. Ну, значит, пожалуйста, идем к вам в номера и собираемся в поход. Бритни, как круто, поход! Да, пойдем быстрее собираться. Ого, походик, это я люблю. Ильза, пошли быстрее собираться. Да, пошли. Катя, догоняй. Ну что, Саля, берем все самое нужное? Ну да. А что возьмем? Ну, у тебя есть еда? Нет. И у меня нет, значит, кто-то поделится. Я возьму вот этот рюкзак и все. Ну, я тоже тогда соберу рюкзак. Бритни, ну ты там все собрала? Да, подожди, вроде все, пошли. Пойдем. Третий отряд, идем, идем, шевелимся. Я уже идти устала. Когда уже будет привал? Ох, хоть кое-кто это сказал. Давайте сделаем привал. Я уже сама так устала. Второй отряд, вы слышите? Делаем привал. Ну, наконец-то привал. Я так устала. Бррр, какое яркое покрывало. Как вам тут еще глаза не ослепили? Не знаю, лучше бы голубое какое-то сделали. Ну вот, Катя, наш привал закончился. Сейчас уже пойдем. Ага, не хочется даже. А что тут вечно отдыхать? Да, но мы не успеем до вечера. С этим я согласна. Третий отряд, все за мной. Второй отряд, за мной. Бритни, А. подожди, пожалуйста, мне песок забился в башмак. Жду. Готово. Ну пошли тогда быстрее. Пойдем. Ой, что? Ты разве не видишь, где все? Точно, это мы что, получается, одни тут? Ты хотя бы видела, куда они пошли? Ну как я могла видеть? Я же с тобой была. Ну могла бы посмотреть, а? Но я знаю, что они пошли вон в ту сторону, а дальше куда, я не знаю. Ну молодец, Бритни, мы и путя назад не знаем, и дальше не знаем. Так что мы тут будем, вечно сидеть? Получается, мы заблудились. Не, ну почему заблудились? Они же потом пойдут обратно, вот заберут нас. А если вожатые увидят, что нас нету, то что будет? А, да обойдутся. Я думаю, нас даже искать не будут. Нас не заметят и все. А если будут искать? А если они вообще назад другим путем пойдут? Покороче. Не нагнетай, все будет хорошо. Тут останемся, переночуем. Я вон с собой еду взяла. Ладно, хорошо. Да уж, влипли мы с тобой. Ага. Ух ты, какое замечательное место! Да, Катя, ты права. Здесь очень хорошо, можно посидеть. Может быть, тут уже остановимся, вожатая? Ладно, девочки, я согласна, очень даже хорошее место. Ну а как вы на это смотрите? Я? Ну, мне здесь нравится. Мы с отрядом остановимся здесь. Ну и хорошо. Давайте тогда располагаться, строить палатку. Так. Чем я могу тебе помочь? Спасибо, Логан, но я уже сама сделала палатку. Иди помоги нашим вожатым лучше поставить бревна и убрать все листья. Скоро будем разжигать костер. Ну вот, опять ты меня выгоняешь. Ничего не выгоняю, раньше надо было. Ну что, Рейни, как обстоят твои дела? Да все нормально, а у тебя? У меня тоже ничего. С девочками ветки для костра собираем. Нам такое задание поручили.
Классно, можно мне с вами? Конечно, присоединяйся. Ну что, девочки, мы с вами молодцы. Да. А что теперь будем делать? А пойдемте к нам в палатку, я там все обустроила. Пойдемте, интересненько будет. Итак, ребята, сейчас мы будем разжигать костер. Я смотрю, вы хорошо потрудились и наломали хворосту. Да, Брит и ее компания очень хорошо постарались, а мы с Еви ломали. Замечательно. Все сделали свою работу, и в итоге у нас получилось очень хорошо. Рейни раскладывала палатки, девочки готовили кушать, другие девочки носили ветки, третьи их ломали. Вот как все замечательно. Ну а мы следили за порядком. Так, давайте разжигать костер. А теперь давайте поиграем в какие-нибудь игры. Может быть, будем рассказывать страшилки у костра? Отличная идея, Кристина! Нетушки, спасибо, никаких страшилок. Не хватало еще в лесу призрака встретить. Еви, но мы же выяснили, что это сегодня был никакой не призрак, а обычная девочка. Все равно считаю, что не надо. Эх, какая ты трусиха. Простите, конечно, что перебиваю, а где Бритни с Кейти? Что, они разве не с нами? Стойте, стойте. В моем отряде должно быть 11 детей, и сейчас я всех посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Где десятый и одиннадцатый? Ну вот, я же вам говорила, они пропали. Да не может этого быть. А может быть, они заблудились? Спокойно, спокойно, успокойтесь. Я обязательно их найду. Ну а сейчас рассказываем какие-нибудь истории и по палаткам. Ого, уже так темно, я думаю, надо расходиться. Да, согласна. Эрика, ты не боишься? Ну, если честно, боюсь. В лесу могут быть какие-то страшные звери. Не бойся, нас не достанут. А я бы тут сидела всю ночь, не хочу ни в какую палатку. Я тоже. Ладно, пойдемте, уже очень поздно. Ну вот, все разошлись. Ага, мы тут сидим. Пойдем? Куда? Ну как куда, в палатку. Не знаю, что-то мое сердце неспокойно за этих двух девочек. А, за Бритни со Скейти. Ну да, мало ли что с ними плохое случилось. Заблудиться это одно. А может быть, они в какую-то яму упали и ноги сломали. Может, их уже дикие звери сожрали? Да быть такого не может. А если может? Ладно, пошли спать. Ну ты где? Сейчас, надо костер потушить, раз мы последние. Пошли, ляжем и наберемся сил. А то завтра вставать врань и идти в долгий путь. Странно, что их нет. Мы договаривались быть в одной палатке. Угу. Походу, они точно заблудились. Боже мой, я потеряла детей. Что мне теперь делать? Пойду их искать по той же дороге, по которой мы и шли. Бритни, мне так страшно. Мне тоже. Мало ли, какой-то маньяк нас найдет или еще кто-то. Ты не должен. Тут же много-много раз ходили разные отряды. Ты что думаешь, мы пошли не в проверенный лес? Нет, конечно. Этому лагерю уже 20 лет, и все ходят по одним и тем же местам. Я больше чем уверена. А, ну раз 20 лет и одни и те же места, то тогда я уже успокоилась. Есть хочется. А у тебя были только чипсы и все? Только чипсы и все. Я думала, нас покормят. Я же не знала, что мы заблудились. Точнее, заблудимся. Придется сидеть в этой палатке. Угу. А знаешь что? Что? Я, наверное, не буду спать этой ночью. Почему? Буду нашу палатку от диких зверей охранять. Ты же сама сказала, что тут все проверено. Ну, зверям из леса никто не приказывал уйти. У них-то там костер хотя бы есть. А мы с тобой умеем костры разводить? Ну, нет. Ну, вот и все. Не могу я, душа моя неспокойна. Всю ночь хожу уже по этому лесу, никогда их не найду. Кто-то мешает спать. О, уже утро.
Они никогда не найдутся, мои подруги. Милана? С Кейти? А вы что здесь делаете? Мысли что, заблудились? А ты что тут делаешь, ты лучше скажи. Вас пошла искать. А что там, вожатая-то заметила, что нас нет? А то мы такие заблудились, даже и не знаем, как она отреагирует-то. Мы-то сами не знаем, где вы. Так пойдемте, я вас отведу, а то уже мы скоро собираться будем. Еще заметят, что меня нет, там вообще будет ужас. Согласна. Бритни, выходи! Ах, зачем так рано будить? О, Милана, а ты что тут делаешь? Долго объяснять, пойдемте уже. Ура, мы спасены! Ну не плачь, дорогая, ну найдутся они обязательно. Сейчас на обратном пути поищем. Нет, я ужасная вожатая, увольте меня. Я не смогла уследить за тремя детьми, что я скажу их родителям. Наверное, Милана пошла искать с Кейти и Бритни и так и не вернулась. Эй, вожатая, что это вы плачете? Вожатая, мы тут. Эй, вожатая! Мне вас никогда не найти, не лезьте ко мне. Стоп! Девочки, вы где были? Мы с Бритни следовали за вами, потом мне в башмак забилась грязь. Но я пока вытряхивала, вы и ушли, и мы уже не знали, где вы. Вот остались на той поляне. И там мы проночевали, а оказывается ночью Милана пошла нас искать и в итоге нашла. А я вас всю ночь искала и так и не нашла. Милана, как тебе это удалось? Да это не я их нашла, это они меня нашли, а я на бревне лежала, плакала, я же всю ночь не спала. Девочки, я так рада, что вы нашлись. Итак, все выдвигаемся. Вот в такой поход сегодня сходили наших два отряда. Понравилось видео? Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новую серию про летний лагерь. И всем пока!